Всем привет! Сегодня поговорим о проекте HandleMod. HandleMod автоматизирует маркетинговую индустрию влияния в краткосрочной перспективе и станет ведущей социальной сетью в будущем. Такую картину рисуют нам создатели данного проекта. Токен будет называться HNDL. Токен децентрализованный, работает на блокчейне Ethereum, протокол ERC-20. Текущий вариант использования HNDL за каждые 5 миллионов дескрипторов, купленных, токенов, купленных в продаже, пользователь получит один верифицированный символ учетной записи на счет по своему выбору на HandleMod на неограниченный срок. Поставка токенов. Всего будет выпущено, то есть эмиссировано 50 миллиардов токенов. Распределение будет выглядеть следующим образом. 50% будет, 76% на продажу, 5% на команду, 10% резервы, 5% на адвайзеров и так далее. Теперь поговорим о распределении токенов и о стоимости одного токена. На пресейле будет доступен бонус 40%, и цена одного токена будет составлять 0,6 доллара США. На первом раунде ICO цена увеличится до 0,8 доллара США, на втором раунде до 0,9 и на третьем раунде до 0,001 доллара США. Дорожная карта данного проекта выглядит следующим образом. Она разделена на множество секций и рассчитана на стратегическую перспективу до конца 2019 года. Также доступна для скачивания Handle Web App, то есть приложение для мобильных устройств, для айфонов и андроидов. Также вы видите команду проекта. Команда включает в себя 3 человек. Ну, помимо них, безусловно, есть еще фрилансеры. Тимлидер Тейлор Дарбин и девелопер Кевин Лиц и директор по маркетинговому развитию Ник Хелдресс. Также у данного проекта огромная комьюнити. На сайте представлены социальные сети данного проекта. Вы можете перейти по ним и ознакомиться также. Возможно, участие в баунти. На сайте представлен white paper данного проекта, включающий в себя более 20 страниц текста информативного, и вы также можете ознакомиться с ним. Прошу прощения, не более 20, а 19. Вот. Также представлен one pager, чтобы подробно ознакомиться с данным проектом. И, что самое главное, быстро, не теряя ваше время. Вот, в общем-то, и все, что мне хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам на white paper, на данный сайт, на социальные сети, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.